Почему так долго, товарищи руководители, все дети измучились? Пожалуйста, освободите дорогу, я не понял, в 12 часов мы, в 12 идем, то почему в 12 часов? В 12 так. Okay, then we'll take a ride. All right. Здравствуйте, гости, господа! Рады видеть вас, друзья! Даже это ради скучая вышел из Кубая! Наш любимый Калуницкий пруд – это жемчужина Вятского края! А ему столько же лет, сколько нашему городу? 250. А площадь его 15 квадратных километров. Это самый большой водоем в Кировской области. Вот уже, почитай, 100 лет живу я в этом пруду. А сейчас перебрался под этот якорь. Ходит и сюда, сада, в 2005 году. А что было в 2010 году, когда начали чистить пруд? Ой, страшно! Я так и горжал весь. А как вы думаете, что это за персонаж? Кто это, узнали, нет? Тот Базилио! Не правда! Водяной? Кем такой персонаж? Что со стыковочки длина? Премудрый! Премудрый песка! А вот такой его подружки, это кто? Это золотая рыбка, а я щучка. Ну что, поехали с нами! Поедем, если поедут, мы тоже поедем. Пароход немножко сдвинется, и поедем с нами кататься. Сейчас поедем, А играй, Николай, вот! Сказочные герои, поднимаемся на земле. Располагайтесь. Присаживайтесь. Герои сказочные, я сюда! Проходите по одному. Какие прекрасные персонажи! Ой,
Дедушка Мороз к нам пожаловал. Еще один. Еще. Покажитесь, покажитесь, персонажи. Добрым людям. Калуницким. Сказочные герои. Покажитесь калуницким людям. Будем плясать. Ирина. Вон, иди сюда. Саша, иди сюда. Вон. Машу вон сюда. Вон они. Пожалуйста, кто здесь ведущие? Ведущие? Просто они говорили, что Леша Попович должен быть. Ира Велбельмина, да, соревнования были. Второй день на театральный. А вы тоже парк потеряли? Я чуть-чуть, там идет сейчас губернатор, поэтому все отойди. Это вот он? А, простите, губернатор кто? Где? Полненький. Большой который, да? А, вот это, который большой. Что? Аккуратно. Все, стой рядом. Только чуть не упадешь. Пошли к ребятам. Мам, пошли к ребятам. Тихо, подожди, каким пойдем? Сейчас они прокатятся, сказочный герой. Всех гостей приглашаем пройти на тот берег. Бедная колоница, встречайте нас на другом берегу. И скоро скоро мы увидимся. Все сказочные герои. Ура! Сказочные игры на ветке. Начинается в бедной колонице. Праздника вас! Пашки твои детей, ты премудрый красавец, любимый. Там и тут, у этого городка.
Вика, не ходи далеко. О, стоит там. Мы будем тут смотреть. Я разменяла. Вон, я тебя выпила. Мам, ты куда? Мусорки нет? Я его сидел в руки. Что они там делают? Никита, а вот это дядя. Давай. Он говорит, полторашку пива. Давай. Поднимайся. Так, держи трубку. Замида. Руки рукой вот так. Держи. Давай. Ну, короче, мы уберем. Дальше был. Дальше был, они говорят. Артем. Thank you.
не учим. Так, все танцуем, играй, играй. Разрешите немножко. Корабль, да, чуть-чуть, еще раз. Пожалуйста, освободите дорогу, освободите. Не знаю, как мы только и будем высаживать оттуда. Пожалуйста, пожалуйста, освободите. Еще и на Сковуне. Сказочный героев на своей родной калунецкой земле. Кто самый первый? Да-да-да, аплодисментами, аплодисментами. Плохие аплодисменты, плохие. Дружно, дружно, активно, активно. Так, и музыка, и песни. Sara! Потом. Сам Вика, конечно. Бежи шарик с пожеланием. Там хорошее пожелание. А потом лопнет и увидишь, что тебя ждет. Пожалуйста, пожалуйста. Не надо подобрать, а в городке, страну чудесных сказок, мы путь свой начинаем. Я мешаю с Давай.
Мирный казачий Дед Мороз приветствует гостеприимную вятскую землю. Точно. И очень хотела то. Здравствуйте! Оксана, берегись! Я знаю, там нормально, все под контролем.